21 мая в культурно-спортивном комплексе «Уникс» состоялось торжественное открытие фестиваля «Целина-2024». Это ежегодный праздник, который является стартом работы студенческих отрядов. Мероприятие началось с приветственной речи директора Департамента молодежной политики, социальным вопросам и развитию системы физкультурно-спортивного воспитания Казанского федерального университета Юлии Виноградовой, после чего она вручила путевки на третий трудовой семестр. В этом году на «Целину» отправятся 13 отрядов вуза и будут трудиться в самых разных уголках России. Самой незабываемой, самой необыкновенной «Целины» и до встречи с вами на закрытии «Целины». На «Целину» в составе отрядов выйдут 300 студентов КФУ, это 6 педагогических, 2 строительных и 2 сервисных отряда, а также 3 отряда проводников. Как отмечают сами студенты, «Целина» для них не просто возможность провести хорошо время с пользой, но и шанс найти свое призвание. Именно летом выезжать заставляет, скорее всего, атмосфера именно лагеря, детей, вот этой вот трудности, то, что ты просыпаешься всегда рано, у тебя выстраивается какой-то режим, ты строишь дисциплину. Мероприятие продолжилось концертом. Бойцы и кандидаты выступили с творческими номерами, танцами, юмористическими миниатюрами, вокально-инструментальным исполнением. В этом году сюжет концерта рассказывал историю девушки, которая перед отправкой на «Целину» начинает сомневаться. Однако в конце понимает, что студенческие отряды – это не просто работа на «Целине», это семья. Елизавета Пшеничникова, Аделина Абдрахманова, Тимур Ахметов, Универ Новости.